Приветствую вас, друзья! Я делаю себе дневной макияж и нанесла уже тон для лица и решила с вами поделиться такой информацией, какой тон я нанесла. Это тональный крем Jordani Gold Fluid с пипеткой. И этот тональный крем в действующем каталоге со скидкой. Этот каталог у нас двухнедельный, напоминаю, и период его действия до 9 июля. Почему я показываю вам две упаковки, две баночки? Потому что я использовала две. На середину лица, вот эта зона у нас считается омолаживающей зоной, молодящей нас, и поэтому чем она светлее, тем наш макияж выглядит свежее, и тем мы выглядим моложе. И поэтому на середину лица я нанесла фарфоровый оттенок, сейчас я вам скажу его код, 32920. По периферии лица, ну или да, я нанесла слоновую кость 32921. Под глаза у меня корректор, консилер Jordani Gold, который с кисточкой. Там два оттенка. Если вы увидите эти оба оттенка, сейчас они идут в распродаже очень часто, потому что они выходят из каталога. Обязательно покупайте два оттенка, вам пригодятся два. Это зависит от того, какой у вас макияж, какой сезон. И можно сделать светлым оттенком, можно сделать натуральным. Под глаза, я думаю, что мне еще понадобится немножко корректора. Вот сюда, вот в эти затемненные места, чтобы вытолкнуть их визуально. И я продолжу делать себе макияж. Результат я выложу у себя в Instagram. Фото более... Лучше видно оттенки и цвет, чем видео. Поэтому проходите, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите вопросы. И подписывайтесь на мой канал. А как же? Обязательно.